Хорошая газета у нас. Да. Читал? Да. Тоже читал уже, да? Туда никого не пускают, там забаррикадировались, люди сидят, что мы будем пробовать, что мы убрать не будем. А если мы просто на камеру снимем вот тот факт, что не, вас зачем не пускают? Клоуну снимать, где вы стучитесь, а вас не пускают. Ну давайте тогда, может, просто подъедем к администрации. Нет, не поедем. На фоне да снимем, зачем? Нет? А ну поехали хотя бы, что там, можно же снять? На фоне администрации, ну чтобы вот хоть какой-то атрибут власти, скажем так, был. Не, ну что, вы же будете спрашивать, вот администрация, вот пойдемте, а я вам что там буду отвечать? Нет, не пойдемте, нас там не пускают. Нет, ну мы можем... Там сидят 10 чоповцев. Там сидят 10 чоповцев, и это самое... Мы можем здесь все снять, и все. И не разводить нас. Нет, мы можем туда не пробовать заходить, потому что все равно короткий день сегодня. Ну, якобы уже там. Давайте здесь все снимем, все будет нормально. Нам не рекомендуется, Павлов клуб тоже. А вот Барвиха надпись большая, хоккейная команда Барвиха. Уже это самое. Вот по истории конфликта, вот с людьми лучше там поговорите, а уже ко мне потом вопросы зададите. Да, вот. Нет, такая хозяйка здесь, конечно, рано, хозяйка здесь ко мне. Вот. А я вам уже это все это сам. Ну, у вас сегодня как бы официально первый день, получается, рабочий. Ну, то есть, может, вы тогда там нам расскажете о своем первом рабочем дне. Конечно. Начинайте. С петличками вы будете писать, с микрофоном. Ты хочешь, сейчас, секундочку, ты хочешь туда куда-то пройти? Да. В эту сторону снимать по солнцу, а здесь помыть. Ну, предложи нам туда пройти, туда чуть-чуть, да? Да, пойдем в сторону этого. Хорошо. Видите, можем на варку, а вот пойти. Ну, идемте, да, идемте в ту сторону, потому что нам нужно снимать в ту из-за солнца. Я так и понял. Да. Он снимать ту, а нам нужно. Да. Не до... Когда мы займемся хозяйственной деятельностью уже, да? А можно прямо сейчас. Слушай, ну мы съездили, субботник мы уже проводили. Посмотрели на это самое. Вячеслав Климовичу заехали, отдали ему распоряжение. Все, пускай работает. Друзьям. А? Работает? Пусть работает, да. Этот самый. Заехали, уже хорошая погода, а вот это вот. Это муниципальный парк, который делается вот с деревянными изделиями, вот после перехода. Он в ведении пока Одинцовского, ну получается Одинцовского округа. У нашего ведения он не был, и ни копейки мы туда не тратили. Не тратили, да? Нет. А, ну ничего страшного. Ну, пора его уже было завершать. Ну что, уже погода хорошая. Это к району 8. Ну спросим с ним, да. Там еще можно для такого фона, чтобы типа выявили. На огороды съездили, Бунгения заливает там эти всякие сточные воды напоследок. Вы сейчас не даете эту тему, что уже слился, что все. Не, смотрите, пятая статья, вот это да. Все надо сказать. По пятой статье там полномочия остались, как бы до формирования нового органа власти. Да, совет сформировал, поэтому советы потеряли полномочия, но администрация полномочий пока не потеряли. И сейчас будет переходный период, там, сдача дел и формирование территориальных управлений. И на этот период у администрации полномочия останутся. Вот это надо обязательно озвучить сейчас. Да. Вот может быть сейчас еще озвучим вот эту ситуацию. Ну да. Вы уже озвучиваете. Потому что Иванов еще будет само собой там. Они сейчас педалируют эту тему, да. Что не существует уже никакой администрации Барвихи по причине того, что произошло слияние Одинцовского района и... Вот я специально Тесле вчера звонил, вот, начальник этого управления юридического. Вот, я вам поясню, что пока записи есть, пока из ЕГРУ записи не вычищены, мы все юридические лица остаемся.
Единственное, да, у советов как бы... Вот даже освобожденный депутат у нас есть, Макаров, ну, как работающий на постоянной основе, и получает зарплату. Будет продолжать получать зарплату, и администрация будет получать зарплату. Именно из бюджета сельских поселений, а не из общего бюджета округа. Поэтому в этом смысле... Полномочия... А процесс объединения полностью когда завершится, по прогнозам? Территориальные управления будут созданы к 1 июля, а процесс завершится окончательно с 1 января, когда будет уже общий бюджет формироваться на весь округ, а не по поселению. То есть администрация существовать будет? Ну, как в виде территориального управления. Ну, и, честно говоря, 1 июля она исчезнет, администрация, все правильно. Угу. Как юридическое лицо, оно исчезнет через 1 июля. Через 2,5 месяца? Нет, через полтора. А, через полтора, да, получается, июня, да? Июля, да. А, июля. Полтора месяца. Сейчас же май. Поэтому... А он здесь тарахтит, ничего? Ну, я думаю, что нормально будет. Нормально подходит. Мы давайте с вами с первым пообщаемся.